Привет, друзья, с вами Капитан, и вот долгожданный туториал по рисованию злого арта. Что для этого нужно? Нам нужны руки, компьютеры, не сделанные домашние задания, ибо лень. Первая часть, как всегда, обводочка. Загружаем фотографию в нашу программу, изменяем размер холста, делаем больше. Я выбираю квадрат 2К на 2К и нажимаю ОК. Дальше нажимаю две клавиши Ctrl-T и растягиваю фоточку. Просьба, смотрите на экран, что я делаю, потому что не всегда можно объяснить, но лучше посмотреть и понять. Вот так вот. Дальше. Создаем линейный слой, ну тот, который на картинке с ручкой, и начинаем обводить. Обводим внимательно, чтобы максимально сделать похожего человечка, и вот вам совет. Для злого арта мы будем использовать еще и прямые, так что будьте готовы. Суть в таком арте, чтобы передать злость, для этого мы должны обвести все складки и морщинки. Ну и чтобы не убивать в себе художника, мы их еще и будем дорисовывать, дабы казалось злее. Где дорисовать, решать конечно вам, но я бы дорисовал у бровей. В общем, смотрите что и как, а потом повторяйте.
Проблема, конечно, у нас крылась в бровях, но мы справимся. И важно, ребята, когда рисуете арт, выбирайте качественную фотографию, чтобы было видно детали. Ну что, мы все ввели, не забываем подправить наши кривые, а теперь мы зальем все в те цвета, в которых будет арт. Для этого переходим на слой с обводкой, берем волшебную палочку и кликаем по тому месту, где будем красить. Создаем под обводкой новый простой слой, выбираем цвет и закрашиваем. Так делаем для всего нашего персонажа и каждую часть на новом слое.
И все слои в итоге нужно закинуть в папку, чтобы не мешали. На этом все, с вами был Капитан, дальше больше, ставим лайки, подписываемся, ждем второй части, всем спасибо за просмотр, пока!